за всем за этим стоит большая работа и, в первую очередь, правильный настрой, соблюдение всех тренерских установок, ну и, конечно же, максимально выложиться за каждый мяч. Поймали какую-то неуверенность, что ли, и не можем из этого выйти. Вот и все. Мне больше нечего добавить. Дотерпели, достали хорошие мячи, добили. Вот, и как бы и во второй партии тяжело было, в принципе, вся партия была тяжелая. Третья партия до счета, до середины партии тоже было тяжеловато. Вот. Ну, как бы перетерпели, убрали свои ошибки. Вот. И за счет этого победили. За весь матч сделали всего одну замену. С чем это связано? Так ли устраивала игра команды основного состава и не стали экспериментировать или с чем? Да, да, устраивала, да. Был момент, нужно было немножко дать уверенности Насте Азановой. Вот, и как бы Таня вышла и, в принципе, сделала то, что должна была сделать.